забор возле дома как способ расплаты с долгами. Судебные приставы навестили сегодня жителя Волгограда и оставили частный дом, где он когда-то жил, без ограждения. На столь решительные меры сотрудники ведомства пошли из-за неплатежей мужчины в несколько сотен тысяч рублей. Репортаж Анжелики Антипиной. Эти ворота судебные приставы взяли штурмом и после унесли с собой. Не деньги, так забор покроет часть долга волгоградца. Брать жителя Кировского района больше нечего. Ранее приходили приставы не раз, то есть не открывались ворота. Пристав не мог пройти в дверь, чтобы проверить в дом, чтобы проверить имущественное положение, произвести арест имущества, принадлежащее должнику. Поэтому приставу не оставалось ничего, кроме как арестовать забор. Арестованный забор из жести на месте оценили в 1000 рублей. Но счет, выставленный должнику, это как минимум 700 тысяч. Мужчина был коммерсантом, но бизнес забрали обманным путем, а займы на развитие дела так и остались, объясняют его близкие. Сам должник видеокамеры сбегает, поэтому адресу давно не живет и даже не прописан. И действия судебных приставов очень возмущают родственников. Самое, что здесь страшно, это то, что у них нет исполнительных листов. Но это вообще самоуправство чистой воды. То есть мы подаем заявление, соответственно, прокуратуру, то есть пусть прокуратура, соответственно, выясняет. Приставы пояснили, все необходимые по закону документы у них на руках, а должнику все равно придется платить. Сотрудники ведомства обещают навестить его и по новому адресу. Анжелика Антипина, Андрей Гапчук, телекомпания «Ахтуба».